лег спать. А тут где-то лиса шарится. Постоянно тусуется, пытается какую-то еду у меня там своровать. Вот разгрызла оттяжку. Как ее отогнать, непонятно. Постоянно вокруг бегает. Достала уже. Всем доброе утро. Ночью спал так себе, потому что полночи гонял лису. Она пыталась найти еду какую-то. Зачем-то перегрызла мне несколько оттяжек. Реально полночи пытался ее отогнать. Потом в итоге зажег керосинку, чтобы от нее запах какой-то был и цвет. И вроде она прекратила приходить. Ну, полночи, короче, воевал с лисой. Потому что она вокруг бегает, шуршит, мешает спать. Ну и пытается в рюкзак постоянно залезть. Зачем она жрала оттяжки, я так и не понял. Так, короче, сейчас нужно вылезать, разводить костер, кипятить чайник, заварить кашу, позавтракать. Конденсата, конечно, навалом просто. Ночью было где-то плюс 3, а спальник у меня на 13 градусов. В теплой одежде вроде кое-как нормально. В двух носках немножко ноги подмерзли, а так в целом нормально. Если не лиса, которая бесила полночи, то я бы даже нормально выспался. Блин, конечно, вот минус у всех односложных платок, что очень много конденсата. То есть, когда прислоняешься чем-то, у тебя потом все это мокрое. Да и в целом, вот эта палатка от сплава, у них, конечно, она уже не в продаже, ее нет, она старая очень. Сейчас вышла вторая версия, не знаю, насколько она лучше, потому что в этой палатке с моим ростом даже вот я упираюсь головой и ногами. То есть, ну понятно, что конденсат здесь всегда будет, потому что там назлоено. И получается, вот всегда будут мокрые ноги и мокрая голова, хотя рост у меня всего 178. Поэтому очень маленький шатер. Паром теперь буду аккуратнее. Еще не привык к лезвию. Очень длинная башка. Я не привык еще такой работать, поэтому очень вертка. Поэтому к томагавкам надо привыкать. Будьте аккуратны. Не повторяйте моих ошибок. Он очень острый. Поэтому лучше вот так вот веточкой придерживать. А не пальцем, как я вчера.
Вот, собрал рюкзак, он выше меня теперь. Иду в сторону дороги, там на автобусе. Я специально поехал не на машине, а на автобусе, чтобы потестировать вообще, как с этим рюкзаком на общественном транспорте, удобно или неудобно. Есть кое-какие замечания. Немножко ручек не хватает, чтобы он тягать туда-сюда. А он у меня получился довольно-таки тяжелый. Ну, потому что, во-первых, я брал оборудование для съемки. У меня несколько штативов, камера, там пауэрбанки. Это все тянет килограмм, наверное, на 5, если не больше. Плюс брал воды с запасом. Потому что у меня здесь источника нет воды, а рядом. А еще хотел бы сказать по поводу мусора. Я мусор стараюсь не сжигать. Вот у меня мусор с собой. То есть даже пластиковые бутылки я смял просто и выкину. А в мусорку, где есть переработка, сортировка пластика, ну, довезу, мне несложно. Они ничего не весят. Поэтому оставляйте после себя чистые стоянки. Уважайте других людей, уважайте природу. Потому что приятно приходить в чистое и опрятное место. Поэтому не забывайте, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте колокольчики. Надеюсь, будет почаще выходить видео с какими-то походными темами. Если вам это интересно, пишите. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. А я через бурелом полез.